Всем большой-большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. Сегодня у нас новое видео. Это у нас неделя весенних стартов, амигуруми. Мы вяжем игрушечки. И у меня сегодняшнее видео посвящено тому, что я начинаю пятую и шестую игрушку. Также я участвую не одна. Со мной много-много девчонок. Ссылочки на девчонок я вам ставлю внизу под этим видео. Обязательно переходите, смотрите их видео. Я думаю, что им будет приятно. Обязательно пишите комментарии. Итак, я начинаю. Первую игрушечку я уже приготовила. Значит, второй пока я не знаю. Покажу вам цветовую палитру. Вот такая вот у меня красивая цветовая палитра. Она чем-то похожа, кстати, на палитру из 3-4 дня. Но здесь маленько все отличается. Итак, что я буду вязать? Я выбрала куколку. Давно я хотела связать. Это куколка по мастер-классу Людмилы Орловой. Я вам сейчас ставлю вот сюда фотографию. Посмотрите. Но, как видите, цветовая палитра у меня совершенно другая. Я не так давно смотрела ленту, листала ВКонтакте и увидела тоже куклену. Она была связана также из полухлопка. У нее розовый цвет волос и такой голубой костюмчик. Штанишки такие, как на лямочках, наверное, типа комбинезона, скорее всего. Костюмчик этот связан, конечно, отдельно, но я буду вязать по мастер-классу, то есть он у меня будет сразу увязываться, ну, по мере вязания, то есть это будет не отдельная, не съемная одежда. Итак, какие оттенки я подобрала? Основной оттенок у меня вот такой. Это пряжа у меня Alize Cotton Gold. Оттенок я подпишу, потому что это новая пряжа, я еще ее не заносила в свою картотеку по образцам пряжи. Мне ее дарила Аня. Красивый оттеночек. И это у меня будет телесный оттенок, то есть это у меня будет для тела. Белый оттенок номер 62 Yarnart Jeans. Это у меня для кофточки. Для волос я буду использовать вот эту пряжу. Это Gazelle Jeans, оттенок 11-16. Думаю, что будет красиво сочетаться. И долго я подбирала, какой оттенок мне использовать для, то есть для штанишек, для вот этого комбинезончика. И нашла у себя вот такой оттенок. Как-то я из этого оттенка, по-моему, вязала зайку по своему мастер-классу. Зайка Луи. Да, наверное, я там его использовала для штанишек. Это Alize Cotton Gold, оттенок номер 728. Красивый оттенок, и мне кажется, он хорошо будет сочетаться с вот таким вот розовым. Вот, это у меня будет первая игрушка, которую я сегодня хочу начать. А насчет второй игрушки я пока не знаю. У меня есть небольшая задумка. Но я думаю, что я вам ее покажу попозже, если начну тоже вязать. Или когда вот повяжу эту игрушечку, буду показывать свои продвижения. И вы узнаете о второй игрушечке. Все. На этом у меня все. Пошла я за вязание. Увидимся с вами чуть-чуть попозже. Всем еще раз привет. У меня очередное подключение. Подключаюсь к вам уже в среду. По крайней мере, у меня среда. Сегодня у нас 15 февраля. Я вчера не подключалась, но, в принципе, у меня, как по нашим правилам, у меня еще есть время выложить сегодня видео до 6 часов по московскому времени. Я решила подключиться. Так, вчера я особо, конечно... Так, за позавчера я хорошо повязала. А за вчера я особо не вязала сильно, потому что я занималась тестированием. Я вам уже рассказывала, да, в прошлом видео, что я тестирую единорожку. И я сильно не продвинулась. Но все равно результаты у меня есть. И они, в принципе, неплохие, если так сказать. Так, давайте, наверное, я вам покажу. Так, за пятый день я начала вязать куколку, как я вам и говорила. А у меня связалась вот такая вот галошка. Я ставила глазки на безопасном креплении. Так, что у нас тут мусор всякий. А, набила ее, но не сильно плотно пока. И все. Так, и я начала вязать самое тяжелое для меня. Это
кудри. У меня почему-то в этот раз очень много кудряшек. Так получилось. Знаете, когда я взяла эту куколку, потом такая поняла, что слишком много. Ну ладно, ничего, свяжем. Так, я вот начала вязать паричок и здесь уже начала вывязывать кудряшки. Вот такой цвет получается. В принципе, мне очень пока нравится этот результат, как выглядит. Так, вот этот оттенок, я вам говорила, что он будет как раз сочетаться, он будет в виде костюмчика. И мне кажется, это просто обалденное сочетание. Мне очень сильно нравится. Вяжу я помаленьку, потихоньку. Вот тогда вот повязала один день. Так, я связала голову, потом начала вязать кудряшки, потом опять повязала голову, потом опять начала вязать кудряшки и так потихоньку. Так, надо посмотреть, как будет. Ну, я не знаю, как она еще будет крепиться, там надо потом будет посмотреть в мастер-классе. Но пока выглядит вот таким образом. В принципе, довольно-таки симпатично. Так, это у меня все продвижения по куколке. Они вроде кажется, что это немного, да, так вот по объему. Ну что там, голову связать и кудряшки. Но для меня кудряшки это что-то, потому что я вчера за целый день связала 13 кудряшек для единорожки. Это прям был, знаете, это подвиг, потому что знаю, кто меня давно смотрит, девчонки знают, что я очень-очень сильно не люблю вязать кудряшки, потому что это монотонное такая вот, такое вязание, нудное, и я не люблю. Мне лучше, знаете, там вот повязывать что-то, что-то вот такое. Но я взяла в этот раз себя в руки, и, в принципе, довольно-таки у меня неплохо это все идет, не так уж мне и тяжело, оказывается. Ладно, так, это продвижение по пятой игрушки. И что я начала вязать? Все-таки я же не говорила вам. Я решила, что я повяжу. У меня, конечно, разные мысли были. Я хотела повязать вертолетик, который я недавно тестировала. Потом хотела я повязать цыпленка. Я во влоге как-то показывала не так давно, вот который перед стартами был влог. Потом что-то у меня еще какая-то мысль была, что-то я хотела начать. А хотела я еще начать игрушку из книги Марии Устюшкиной. Каркасные там игрушки, но потом думаю, нет, мне так слишком. В принципе, у меня есть что повязать. И если я сейчас еще начну, это, возможно, уйдет у меня на второй план, а потом совсем забудется, как с Соником, которого с января до сих пор связать не могу. И я решила повязать птичку. Я сейчас ставлю фотографию. У меня есть фотография моих птичек, которых я вязала тоже, по-моему, прошлой весной. У меня еще выходили такие яркие, классные, сочные заставки. Видео прям было такое вот прям солнечное, весеннее. Я решила повязать. И это у меня единственное, что я провязала, да. Хоть я и не люблю показывать вот такое вот, да, когда, ну, совсем начатое, там, смысла вообще нету, да, показывать, но все равно я покажу, ну да, я вот так вот немножко всего лишь продвинулась. Птички эти классные, здоровские. И у меня на ярмарке, у меня всего 4 птички. Две из них розовая и желтая, они у меня в наличии. Зеленую я до сих пор не доделала, потому что, ну, как бы сказать, не сделала ей оформление. Я вот еще думаю, наверное, сделать надо оформление все-таки, и потом ее уже выставлять и на продажу, и на ярмарке. У меня еще была голубая птичка, но у меня ее купили. Я вот решила еще одну сделать голубую, просто выбрала другую пряжу. Так, что это за пряжа вообще? Это пряжа Ализе Cotton Baby Soft. Оттенок я вам здесь подпишу, потому что я не помню, что это за оттеночек. Так, она же, это же пряжа вроде. Да-да-да-да. Вот я зависла. По-моему, это пряжа, но это точно не нака. Я подумала, почему я зависла, потому что я подумала, что это нака калика. Но потом нет, мне кажется, это не нака, нака другая ниточка. Они у меня отдельно лежат, нака пряжа. Нет, это все-таки та пряжа. Ладно. Здесь я буду еще использовать белый оттеночек. Возьму я Yarnart Джинс 62 для глазок. Для лапок я пока не знаю, какой оттеночек возьму. Ну, желтый какой-нибудь там, посмотрю у себя. Какой-нибудь любой желтый возьму, в принципе, для лапок и для
клювика. И какое у меня будет оформление? У меня есть оформление с ушками, как для зайчика, есть оформление с лягушачьими лапками. Скорее всего, я сделаю, наверное, с ушками. Или, возможно, сделаю в виде единорожки, но хотя мне не очень сильно охота в виде единорожки. Вот. Вот такие вот у меня продвижения были за 5-й и 6-й день. Ладно, на этом я буду, наверное, с вами прощаться. Всем огромное спасибо, что смотрите наше видео. Девчонки, кстати, вчера все выложили последнее итоговое видео. Мое итоговое видео так выйдет. У меня, получается, есть сегодня день. Так, надо еще посчитать. Так, если я сегодня выпускаю, у меня сегодня день есть, еще завтра день есть. Это как понедельник. Да, сегодня у нас среда, среда, четверг, пятница. То есть мне надо выложить видео итоговое до пятницы, до 6 часов по московскому времени. Вот. Я, конечно, тоже соблюдаю все условия. Если я уж не вдруг не вхожу в эти условия, я тоже получу штраф, штрафную игрушку и все в этом роде. Вот. Так что следующее видео итоговое. Я надеюсь, что я продвигаю хорошо процессы. Возможно, какие-нибудь игрушки я все-таки закончу, потому что у меня единорожка уже прям на стадии сборки. Пчелку мне тоже надо дособрать. И у меня остается... Так, что у меня остается? Остается у меня эта птичка и куколка. Куколку навряд ли я закончу. С птичкой, возможно, закончу. Вот, и итоговое видео я выпишу в пятницу. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока.